Очень важна сейчас Европа, очень-очень важна. И даже если кажется, что твой голос ничего не изменит, все равно ты должен заставить себя участвовать в этом процессе. Во-первых, это важно потому, что мы должны быть в Европе, мы должны чувствовать себя как часть Европы. И мы должны отвечать и там дискутировать и бороться за интересы. И мы должны быть там. Очень важно из-за того, что мы хотим, чтобы наши европейские страны приняли в союз Европейского Союза такие страны, как Украина, Молдова, Грузия. Нам это очень важно. И я хочу, особенно на русском языке, участников выборов приглашать, чтобы они никогда больше не голосовали из-за национального признака и призрака. Это я оговорился правильно, потому что это как бы очень большая проблема нашей современной Латвии, что мы голосуем из-за национальных партий. Это невозможно. Тогда мы никогда не построим нормальный процесс. Мы должны смотреть. За какие интересы борются. И мы должны все бороться за один единственный интерес — демократическая Латвия в Европейском Союзе. Это очень важно. И мы понимаем, что война в Украине — это очень серьезно, это очень трагично и печально. И мы должны очень пытаться, чтобы в Европарламент не прошли люди, которые бы могли нравиться Путину, которые бы могли как-то помогать путинской политике по дестабилизации Европы. И это называется то, что у каждого голоса есть вес. Так что на выборы, ребята.